Самаре наградили победителей 25-го всероссийского конкурса молодых дарований. В нем приняли участие более сотни художников из разных регионов. Самарской, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской и других областей. Крыма, Ставропольского края и Санкт-Петербурга. Лучшие работы представили на выставке «Жигулевская палитра», которая открылась в галерее областной научной библиотеки. Авторы посвятили свои произведения 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также показали собственный взгляд на современность и культуру народов мира. До 25 сентября в галерее будет организована творческая программа, круглые столы и мастер-классы с участием ведущих преподавателей детских школ искусств. А саму выставку можно посетить бесплатно до конца сентября.